Уважаемые коллеги, добрый день. Я Юрина Елена Владиславовна, председатель фонда Общества памяти воинов Русского экспедиционного корпуса. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу конференцию, посвященную 80-летию битвы за Москву под названием «Москва в судьбах полководцев. Подвиг и память». Конференцию подготовили фонд Общества памяти воинов Русского экспедиционного корпуса и Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации при поддержке Федерального архивного агентства, Российского исторического общества и Московского городского совета ветеранов. Мероприятие проводится при поддержке грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО, Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы и страхового акционерного общества «Резогарантия». Третья секция конференции, которая посвящена аспектам сохранения памяти о полководцах и их участии в Московской битве, проходит на Воронцовом поле в Доме Российского исторического общества и фонда «История Отечества», и мы выражаем им нашу признательность за предоставление площадки для сегодняшнего мероприятия. Я предоставляю слово заместителю исполнительного директора фонда «История Отечества», доктору исторических наук Руслану Григорьевичу Галкуеву. Большое спасибо.